Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и сегодня мне захотелось вот сыграть в игру под названием Hill Climb Racing, вторая часть. Можно ее как дословно перевести — гонки по взбиранию на холмы там или на горы, да? Давайте с ней познакомимся. Я думаю, все уже с ней из вас, кажется, в нее играли. Решил сегодня поиграть и я. Итак, нажимаем на старт и выставил на клавиатуре. Я ж на эмуляторе играю. Получается, и на стрелках, и на этот, и на буквах управления. Смотрите, я с кем-то еду вообще ноздря в ноздрю. Йоху! Опа! Вот это да! Противник перевернулся, а я в строю. Обалдеть, класс! Первого раза я вот первый раз эту игру играю вообще. Я приехал первый. Ну, конечно, в конце я там перевернулся, вообще нереально. Мой водитель, наверное, вообще в ауте. Но главное, что я победил. Джип лучше всех. Это я типа джип. Так, я ж не джип, да? Нужно поменять себе ник. Я так понимаю, тут русский раскладки нет, поэтому ставлю английский. Так, и нам дают какую-то награду сразу, сходу. 1000 монет, новую краску, кепка хипстер, круто. Как нам ее поменять? В общем, не знаю. Ага, вот вид. Водитель, можем ему поменять красную его кепку на хипстерскую такую, да? Кстати, можем поменять цвет машины. Можно такой поставить, такой, такой, и вот этот новенький, который нам дали. Ну почему бы его не использовать? Тем более он такой прикольный, да? Как будто какой-то робот-терминатор там весь из кусков собранный. Как раз под его бороду подходит, да? Ладно. Первую гонку мы пробную выиграли, я так понимаю. Ну это было как... Ой. Так, стоп. Ого. Чего у меня клавиатура отключилась? У меня реально клавиатура отключилась. Я не могу уже управлять на стрелках и... Вообще нигде я не могу управлять. Мне просто отключилась клавиатура. Здесь сложность получается. Я же на эмуляторе играю. Поэтому мне как бы вот для того, чтобы нажать, к примеру, на тормоз, мне нужно мышкой на другую часть экрана переезжать, скажем так. Но как видите, я справился. Конечно, с трудом, но справился. И вот что-то 0 плюс 3 дают. А что это значит? Кубок Hill Climb. То есть мы сейчас в кубке участвуем. Это первая передача. И личный рекорд. Интересненько. Идем дальше. То есть я так понял, мне придется играть чисто мышкой. Это, конечно, это жестоко. То есть клавиатура мне никак не остраивается. Почему-то она вот сразу работала, потом перестала. Может, она еще заработает. Может, у нее такое обострение. Единственное, что это плохо, то есть я в воздухе не могу делать никакие трюки нормальные. То есть я, если в воздухе буду пытаться что-то сделать, меня просто... В общем, я просто перевернусь. Вот как сейчас, видите? А для того, чтобы успеть, ну, сгруппироваться, мне нужно мышкой в другую часть экрана переместиться. Это потеря времени. Соответственно, и позиции. Но вот еле-еле-еле-еле я выиграл. И получается 3 плюс 3. Это что такое? Это какие-то, наверное, медали там или что. Да, будем разбираться. Да, вот видите, 6 каких-то, наверное, вот медалей таких. А тут кто-то на последнем месте всего одну получил. Отлично. Вот, нам нужно сверху этот руль, наверное, заполнить как бы вот этими медалями, тогда получу какой-то приз. Вот он заполнился, бронза, ух ты. Достижение, это еще цветочки. Получается, мне нужно выиграть 10 гонок, тогда я получу какой-то крутой сундук. А сейчас глянем, что здесь вот, вот в этом простом сундуке, который открывался 15 секунд. Класс, получается одежда панк, то есть у нас кепка хипстер, одежда панк и ускоритель. Интересненько. И в магазине мы можем что-то купить. Это за реальные деньги, нет. Пока это не интересно.
Ну что же. Вот детали. И можем оснастить ускорителями. А, ускоритель приземления. Силовое ускорение при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе. Прикольно. Так, а еще можем поменять себе одежду. Но это все-таки, мне кажется, более женская, да, видите? То есть, это рисунок типа... А, это вот можно менять, видите? Женщина, мужчина. Ой, вообще прикол. Ладно, сделаем вот так вот. Таким. Он еще больше грустный, мне кажется, стал, чем был до этого в красном всем, да? А, ладно. Едем дальше. Клавиатура моя так и не заработала, я так понимаю. Не, никак не работает. Ого, почему я так медленно стартую? Интересно. Я так без клавиатуры играю, да еще и... Старты вот они меня сделали почему-то. Йоху, смотрите, как классно. Вперед. Мне приходится постоянно газ сбрасывать. А если бы я мог нажимать и на газ, и на тормоз, я бы, в общем, гораздо круче был. Так приходится мне вот газ сбрасывать, чтобы не перевернуться. В общем, мне это не помешало выиграть, причем с большим отрывом, смотрите. На 3 секунды даже больше я оторвался от... Здорово. Личный рекорд. Опять 3 вот этих... медали, я так понял, да? Точно. Вот. Остались далеко позади. Вот с Дмитрием почему-то все время ноздря в ноздрю едем. Хотя вот я его все-таки чуть-чуть обогнал. Перевернуться. Наверное, я перевернусь реально, мне почему-то так кажется. У меня предчувствие. Что-то мне так кажется, я сейчас влипну куда-то. Историю какую-то очень неприятную. Нет, 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 нет. И, слушайте, а может даже лучше, что нет тормоза. А, приходится газ вовремя отпускать и, соответственно, как бы не делать глупостей. Вполне возможно. Но, конечно, зато это не так красиво, но зато очень эффективно. Видите, я уже 4 гонки подряд, даже 5, получается, выиграл с этой, со вступительной. И вот... получаю еще один сундук, только его нужно открывать 3 часа или посмотреть рекламу. А, вот видите, да, получается, дают на выбор. А это классно, кстати, я люблю игры, в которых можно за рекламу какие-то бонусы получать. И смотрим, что у нас дали. А, монетки, тяжеловоз какой-то, это типа чтоб не так подкидывало в воздухе, и ракетница. Ух ты. Вот даже смотрите, сейчас вот пока я получаю призы, у меня вот на клавиатура отображена мое управление, видите, вот буковки A и D и стрелки. Но я зайду в гонку, они исчезнут. Так, друзья, откуда у меня друзья, подождите. А, это вызовы, это вызовы. Ежедневные есть, еженедельные. И вызовы, ясно. Мне пока сюда рано. Давайте в кубки пойдем. А, кстати, можно же, наверное, машину как-то экипировать, да? Мне подскажут? Вот, точно. Детали, смотрим. А, утяжелитель. Слоты заполнены. А, дополнительный вес, чтобы держать колеса под контролем. Ну, не знаю, что мне лучше. Все-таки, наверное, утяжелители. И можно их... Так, как же оснастить, слушайте. Ага, вот. Утяжелители. Оснастить, и можно их повысить. Не знаю, не зря ли я потратил деньги. Но они же у меня, по идее, остаются навсегда. А металлолом, это, наверное, те машины, которые я разбил. Прикольно. Так, с этим разобрались. А, вид. Что в виде? А, водителя я могу. Ну... Ладно, не буду пока ничего здесь тоже менять. Попробую еще большой воздушный кубок какой-то. Как раз я себе купил утяжелитель. О, смотрите, а сейчас у меня клавиатура почему-то нарисована. Да, сейчас она у меня работает, вот. Ого, там против меня этот автобус.
Вот классно, что он меня заработал на такой сложной этой трассе. Опа, отлично. И как я вырвался. Без клавиатуры я бы реально здесь бы ничего не сделал. А с клавиатурой я вот видели какие духи вот. Без проблем. Вообще без проблем. Доехал до финиша. Хотя вы видели, как я там подлетал, там, вот видите, бонус за трюки. До этого было у меня там 6, 8, 9, максимум сейчас 18. Круто. И еще одна попытка. Сразу педаль газа в пол. О-во-во-во-во, я почти-почти. Я далеко не почти. Это меня раз этот... Йоху! Только почему-то я хоть и давлю газ максимально в пол, но как-то он не особо мне вот помогает. Я никак вперед не вырвусь. О, а почему он притормозил? Наверное, он знает что-то, что не знаю я. Йоху, я опять первый, я опять 6 медалей. Здорово. Так, опять свой рекорд. И 6 медалек. Мне интересно, это живые игроки, потому что вот разные флаги там стран и так далее. Или вот новый пыл. Или это все-таки компьютерные боты. А, еще одна гонка. Не две гонки, а уже три. Я вообще первый на старте оказался каким-то чудом. Йоху, смотрите, как классно. Вообще, это было самое лучшее приземление. То есть я вошел вообще по таким гонкам, как именно... Трасса была. А в итоге, я так думаю, оторвался далеко от противников по времени. Вот я приехал уже. Скоро никого нет, я подожду. Да, вот на 3,5 секунды от второго места. А третий, кто там, смотрите, до сих пор тоже нет. Вот что значит, у меня заработала клавиатура. Видите, как... Да вот только приехал автобус, причем за ним там что-то дальше там летит. И 9 этих медалек я взял. Или кубков, как сказать, медалек, наверное. И уже выиграл 7 гонок. И еще один сундук. И опять монетки, тоже крылья и ускоритель фляг. Ух ты. Ну, наверное, у меня не будет... так, сейчас я оценю. И гляну, можно ли мне что-то улучшить. Скорее всего, нет, потому что у меня занят слот. Хотя, а что у нас там в виде появилось новое? А я не знаю, что новое появилось. А, вот где машина, тоже ничего. Странно. Ладно, едем. Нужно еще 3 этих кубка заработать. 3 выигрыша. А, ну, кстати, он Камиль. Видите, у него 2 звезды уже. Значит, он не начинающий водитель. Ого, ну конечно, у него там машина, смотрите, какая крутая. Куда там мне с моей тарантайкой до него? Хотя вот он, а то Боб был. Ох ты, а, отлично. За езду на заднем колесе. Я не сильно хочу рисковать, потому что я боюсь ошибиться, чтобы меня не обогнали. Если бы здесь как бы показывали бы график именно вот... до моих противников, было бы классно. То есть я бы знал, там, если я недалеко, мог бы рисковать. Но опять я на 4 секунды обогнал всех. И видите, бонус за трюки всего один. Одна монетка. Реально трюков никаких не было. Ну что ж. Хотя Камиль, видите, вообще там он где-то в конце. Жи-жи-жи-жи. Поехали. И смотрите, я со старта почти вырываюсь вперед. Йоху, нет, не вырываюсь. Хотя, может быть... Ого, вон она, езда на заднем колесе была 4 секунды, дали мне 4 монетки. Опа, ой-ой-ой-ой, все, разбился. Вот так вот у меня первая такая неприятность случилась. Хотя, вроде бы, кажется, я так... все должно было сложиться нормально. Так, разблокирован новый кубок. И я заработал бронзу, да, то есть я теперь уже второго уровня. Я почти такой же крутой, как эти вот... О, стоп.
Билл так восторгается своим новым транспортом, что забыл пристегнуть ремень. Держитесь. Но у меня пока не хватает для этого денег, в общем, да? Так, а мотор, кстати, что, можно мотор улучшать как-то? А, получается, вот, можно себе мощность увеличить и максимальный разгон за рекламу. А он, интересно, для всех действует машина или нет? Да, вот это вот печалька, видите, видео недоступно, повторите позже. Ладно, что ж, давайте еще разок попробую. Ну, как-то нереально там вообще, мне не повезло, то есть, видели, все хорошо складывалось, все гонки выигрывал, потом раз и так перевернулся, причем, ну, без всяких там, ого, как сказать, предпосылок, то есть, так резко перевернулся, что там вариантов именно устоять у меня просто не было. Вот как здесь, да, варианты есть, я хоть там чуть-чуть как-то перекашиваюсь, но... В принципе, все это нормально. А там я так я даже приехал на третьем месте. В общем, начались серые будни моих поражений, да? Надо было уходить непобежденным. А вот сейчас почему-то все складывается уже не лучшим образом. Вы видите, как они там стартуют. Смотрите, они все меня просто обгоняют за счет. Все. А ведь не я один такой, да? Реально сложная трасса. Почему я с первого раза ее не проехал? Надо сейчас как-то... вот это им повезло. И мне повезло, вы видите? А тех, кто сзади, не повезло. Ну, почему он там никуда не врезался, слушайте? А, вот теперь... Блин, ну я так радовался, что я пролетел мимо. Ой-ой-ой, это, конечно, было жестко. Но зато классно. Реально понимаю, что это классная гонка. Я жалею, что раньше я не играл именно в эту часть. И уже трассы такие сложные, что просто жуть. Оно. Ха-ха, теперь главное мне тоже не влипнуть в какую историю. Ох ты, вот это вы видели, это было круто. Согласитесь, это было круто, а это не круто уже. Ой-ой-ой, это было не круто. Получается, наверное, остальные просто разбились, да, только один финишировал, поэтому мне дали сразу два этих, ну, две медальки. Да, слабовато я. Мне нужно выиграть две гонки, чтобы получить этот сундук крутой. Поехали. Да и чтобы все-таки... О, сейчас только две гонки здесь. Может, меня в какую-то низшую лигу опустили, типа, да? Раз я не выигрываю. Нуэва пилота, типа, новый пилот. Или новый гонщик. Видите, что и со старта уже, кажется, я перед них еду. Здесь видно, что решили, раз я так плохо последние гонки езжу, нужно мне и трассу полегче дать. Или это просто может рандомно как-то, то есть... Да, та трасса, которая была вот до этого, этот домик. Но я не против, мне сейчас выиграть две гонки бы. Получить тот сундук. Было бы круто. Как раз бы мне получить 5000 монет бы на вот тот мопед. В общем, планов у меня, конечно, много. Главное сейчас не проиграть. Ну вот, видите, мы ноздря в ноздрю там. Бампер в бампер, скажем так, едем. Мне не хватает мощности. Вот рекламу мне не дали посмотреть, чтобы улучшить двигатель себе. И вот этого теперь мне не хватает. Вот здесь это перевернулся. Да. Это было вообще плохо. Блин. Как так можно? А что за бесплатно? О, мне какой-то сундук бесплатно дали. Тяжеловоз, вот эти наклейки, я так понял, усилитель фляг и монетки. Хорошо. И два бриллианта еще. Весело. Так, ну это же дают редко, да? Редко на метка. Мне нужно еще одну гонку выиграть. Там какие-то крутые машины, я уже вижу сразу. И на мопеде он, чувак, ездит. И вот эта гонка, которая... Которой я разбивался, нереально.
Ух ты, сальто. Ха-ха, я думал, все, хана, разбился. О, вот это я скорость набрал, смотрите. Ух ты. И смотрите, как я их на финише сделал. Вот это было вообще, это было просто супер. Кто смотрит до конца это видео, согласитесь, что это была моя лучшая победа. Да, но только это одна победа, еще две трассы. Чувствую, удача меня покинет. Мне просто повезло именно вот, что они так как-то заглупили. Поэтому я со слабенькой машиной. В общем, смог их выиграть. Хоть бы они там все поразбивались, а? О, но сейчас мне... Нет, подставу не сделали. Эта штука, бревно, в общем, не опустилась. Так бы я в него просто влетел. А видите их, что там? Ох, ой-ой-ой, нет. Под конец уже я так разогнался хорошо и завершил на последнем месте. Лучше бы я разбился. Быстрее было бы. По идее, еще я один раз выиграл, так что мне по-любому сундук должен дать. О, но, вот это было классно. Вы видели, как они там все дружненько слегли? Ой-ой-ой. Блин, я не в ту сторону... я не в ту сторону нажал кнопку и перевернулся. Я ж так хорошо там сгруппировался. Да, и на последнем месте опять. Ну, чего стоила только вот та победа? Давайте откроем этот крутой сундук. В нем 2000 монет. Зимние шины, вот это класс. И... колесные какие-то маш... А, это, видите, это на автобус уже вот эти выхлопные эти. Зато у меня есть монетки. Я теперь могу купить скутер. Ха-ха! Давайте его купим. Класс. Можно улучшить сцепление за рекламу, да? А, и детали поставить на него. Ага, остальное пока мне недоступно. Так, а что это у нас в планировании в воздухе? Давайте улучшим. Так, я улучшил крылья свои. И что, полетели? Хотя вот, интересно... А, ускоритель, но я не могу их поставить. Мне для того, чтобы еще один слот открыть, нужен 15 уровень. А я так понял, у меня только второй уровень или какой, да? Хотя вот скутер вообще первого уровня. Ничего я не пойму. Ладно, попробую проехать на нем. Конечно, я не уверен, что я смогу... и вообще управлять. Ого, такой звук, реально как на скутере. Ох ты, смотрите, да я еще и первый пока. О, но, вот это он молодец. Ха-ха. Или они такие все слабенькие, или я такой стал классно на своем скутере. Ой-ой-ой, вы это видели? Смотрите, я его чуть не скинул с этого скутера. Реально, он там на коленках уже стоит. Ну, молодец, слушай. Ну, вообще, молодец. Класс. Мне понравился на скутере. Правда, валидольная эта гонка, то есть... Он там был вообще бедно, чуть не по асфальту уже телепался. У скутера, видите, стартовая скорость хорошая. Юху! О, но! Он не смог... А я смог перелететь. Ха! Теперь мне нужно просто довести эту гонку до победы. Ой-ой-ой. Ну, пожалуйста. Блин. Японский сальто. Класс, зато я сделал сальто. Так, ну я пока до сих пор на первом месте, видя по 5 медалек у нас с Эмой. И сейчас все решится. Ох ты. А, нет, не надо, фух, ну я хотя бы не разбился вообще полностью. Ну, ай, нет, не надо, я разбился. Но я все равно на первом месте, как такое может быть? Они, наверное, разбились просто раньше, да? Ай, класс, супер. Мне понравилась эта, конечно, игра, прикольная. А открыть за рекламу уже, видите, нельзя, к сожалению. А, ну что ж, друзья, наш первый обзор по этой игре завершен. Надеюсь, он вам понравился. Я, честно говоря, без ума от этой игры. А если вам тоже понравилось, то поддерживайте это видео своими лайками, пишите в комментариях.
какие-то свои советы по игре и достижения свои можете хвастаться. И оставайтесь с нами, подписывайтесь. Пока-пока!